back to Užgorod. Аллах Акбар, Путин, привет. Сегодня снимаем приключение номер 3. Давай, разбили бычок, она чуть меня не укорочила. Вот. Куда мы будем идти, мы еще не знаем. Ну что-то придумаем. Goodbye. Холодно, но... Иштван воскрес! Да здравствуй, мусорка! Да здравствуй, мусорка! Ну что ж, мы сейчас в Ужгороде вернулись, чопа. Прошло. Да, прошло пару. Год, практически пару месяцев. 11 месяцев. 11 месяцев прошло, и мы вернулись в Ужгород, да? Да. И сегодня пойдем куда-то, не знаю, в какую-то кафешку, думаю, и будем всех обсирать. Нет, хейтерам нам не надо быть. Блин, что он спрячет нож. И опять мы только четверо. Да, кстати, это второе видео, что мы вчетвером. Первое было, когда мы с Колей были. Помнишь, что? Когда Коля. Да. Летом. Вот тоже здесь. Ужгород красивый. Ужгород красивый, только не сегодня. И не сейчас. Короче, Марьяна хочет записаться к нам на вокал, и она сказала, ну, прикинь, типа, был такой разговор, прикинь, я к вам иду на вокал, и я начинаю петь там, типа, А как оно? Давай. Демонстрируй нам, пожалуйста. Алка сама. Давай, дури. А как ты мне говоришь? Ну давай, говори, вот спой на камеру. Так давай, так что? А так что? Прикольно будет. Да я с тобой спою. Давай, ты дай, давай, я даю ручку. Давай. Это уже как более такой, не? Лайтовый. Да, да. Я не буду петь. Why? Why you don't sing? А, да, кстати, в Прагу не идите, скажи. Да, реально, вот мы на Хэллоуин были в Праге, это и это вообще не Хэллоуин, вот был с нами там один диджей Трикс, и он, ему не давали играть. Он африканец, это все расисты здесь люди, короче, вообще бред. Да. Он играл только 15-20 минут, да, он должен был играть где-то час. И кстати, мы сейчас ждем Нику, уже часов 3, думаю. Помните, вот тогда мы искали Йосифа, а сейчас мы ждем Нику. Да, всегда что-то есть. Вот, вот всегда какие-то приключения, да, вот сейчас ждем Нику. Тогда и... Да. Да, мы приехали. Не помнишь? Не помнишь? Йосифа искали, да. Я, конечно, приключения помню, помню, как было там холодно, я все помню. А когда это... Блин, как это? Электричка. А когда это? В аптеке там полно. То есть прохладно. И ганники? О, нет, господи. А из Украины? Остальное тоже надо. Возле мусорки, говорит, стоит. Возле мусорки стоим, Ника, ты где? Там снизу будет перевод. Хола! Бывает. Это тоже. Хол? Хол? Нем халлак. Ты зен хотем элетешнюя? Мы в Ужгороде. Наши приключения еще не начались, но скоро заканчиваются. Потому что целый фотик сидится. Нет. 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 А в Болгарии это да, а это нет. Кстати, это очень интересно. Интересные факты, а ты что? Чего ты ждешь? Получай, сучка! Моя ты ксерет. Вот и дождались Нику. Дождались.
Йосиф, ты же что-то сказал, не? Что ты делаешь? Что, я не буду ее бить на камеру. Чего ты меня хотел бить? Убить. Че, вообще не, бить, офигел? Убить. Где мой нож? Где мой? Подожди. Мне нравится. Опа. Только разобрать надо. Да, еще и посвети ей. Знаешь, как она ярка, если не тот кейс шапер, че. Йо, да знам, ведь это ж не кейс. На, еще погрей меня. Я подписал контракт с Black Star, а не с жилет и лучше бороды для мужчины нет. Я иду по проспекту, мне фонарики светят, птички поют, поют, несут домой. Спекту, из отдела в магазе семья и уют, настроение бомба. По всему видать, скоро весна, и с соседнего дома мне навстречу выходит. Синяя, рыжая девочка, ай, синяя, рыжая. И что? А ты видела? А, я думал фотка. Мы здесь в Дольче, здесь нам очень нравится. Здесь кто-то первый раз, я второй. Ну что еще можем сказать? Думаем, что выбрать, я бы покушал курячий стейк с персиком. Потому что здесь это очень вкусно. Я еще подумаю. Ах, сударыня, бросьте! Как же так? Ну в разгар трудового дня. Холодно, очень. Очень холодно, ребята, только это сегодня 2 ноября, и так холодно. Холодно. И прикиньте, хотели поехать в Одессу на концерт. Мота. 17 ноября должен был быть концерт Мота. Да. А я зашел к Матвею на страницу, и оказывается, отменили концерт. Прикинь. Это вообще гон. И в том прикол, даже билеты на поезд не было на 16-го, да, чтобы быть там 17-го. Видео, на жаль, не сможем снять. Хотели мод там, типа, ну вы поняли. Мод, новый мод. Новый мод. Ой, ебал я. Так что, на этом мы с вами прощаемся. Да, одевайтесь потеплее, ребята. Да, реально уже одевайтесь потеплее, а то утром уже минус 2-3 градуса. Это ужасно. Да, и не забывайте подписываться на цену, ставить лайк. И комментарии, конечно же. Да, и комментарии. И все будет пучком. Вот. Ой, блин. А мы, кстати, очень голодные. И у нас в кармане только... Пусто. Только ветер. Ну, у меня 16 гривен, не только. А что сделать 16 гривен? Ничего. Фортнайте. Фортнайте пусто, закрыто. Фортнайте уже закрыто. Вообще обидно. Очень. Ой, ну все. Как будто бы ветер дует всю. Да. И это уже не осень, а зима. Мой каменный город в огнях лучах горит.